Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Традиційно у цей час стартує проєкт «Радіо 1» та програма «Між нами». Доброго дня бажаємо. З вами в студії Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Друзі, долучайтесь до нашої компанії за допомогою наших координат 233-2011, код Запоріжжя 061, це телефон прямого ефіру. Також можна долучатися до нашого ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до офіційного сайту zp.suspilne.media. Обов'язково долучайтеся. 16 лютого у Edison Space Coworking відбулась зустріч резидентки Київського діалог «Хаб» Заріни Давлечин на тему «Операція профорієнтація. Як допомогти підлітку обрати професію». Йдеться на офіційному сайті коворкінгу Edison Space. Отож, які сучасні професії обирають підлітки, як знайти роботу мрії, шукатимемо відповіді на ці питання з нашими гостями. У нас в студії начальник відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості Олена Житова. Доброго дня. Добрий день. Та голова громадської організації «Фонд професійний розвиток Запоріжжя» та власниця Edison Space Coworking Юлія Шаповалова. І вам доброго дня. Здравствуйте. Але пропонуємо почати нашу програму з опитування. Опитування студентів, опитування молоді Запоріжжя про те, чи була у них в школі профорієнтація. Чи була у вас в школі профорієнтація? Так, приходили до нас в 9 та 11 класі. В основному з педагогічних спеціальностей. Ну, дізналася, що відкривається новий факультет в універі, тому вступила туди. Так, приходили з училищ та ПТУ. А допомогла вона вам? Ні, я вступила в той навчальний заклад, куди хотіла. Ну, до нас приходили з технічних училищ і коледжів, а з університетів приносили лише листівки. Я з 8 класу займаюся з репетитором англійською мовою і для себе вже давно вирішила, що буду навчатися на перекладача. Так, була, до нас приходили з ліцею, вже точно не пам'ятаю якого, але розповідали, що ми будемо там виробляти смачне вино. Але робити вино мені здалось не цікавою справою, тому я вирішила стати журналістом. Так, проходили в різних університетах, в основному запрошували на технічні гуманітарні спеціальності. Якщо чесно, я вступила туди, куди планувала вже давно. Тепер я навчаюся на медичному факультеті. Отож, це було опитування запорізької молоді про те, чи була у них в школі профорієнтація. Напевно, почнемо з того, які способи та інструменти для вибору професії надає центр зайнятості зараз. Способів інструментів профорієнтаційної роботи зі школьниками, в частності, у центру зайнятості достатньо. Ну, я скажу, що ці способи касаються, допустим, якщо ми будемо говорити спочатку о безробітних, тому що це наша категорія номер 1. Для безробітних, звісно, у нас є спектр тренінгів, семінарів, тестирования, и сейчас очень активно будут использоваться экономические экскурсии для того, чтобы молодые люди познакомились с многими предприятиями, которые есть в Запорожском регионе. Если, ну и это не весь спектр, потому что очень большую роль на выбор, смену профессии играет тестирование, которое популяризируется в службе занятости, и различные сайты службы занятости, которые очень активно используются нашими безработными. Если мы будем говорить о школьниках, то на выбор профессии, конечно же, влияет, во-первых, различные информационные наши мероприятия, как то уроки, различные змагально-мотивационные заходы, как то профориентационные квесты, которые очень активно используются в школах. У нас, кстати, есть очень хороших 4 сценария профориентационных квестов, которые пользуются
пользуются популярностью. В прошлом году была разработана очень интересная и, скажем так, признанная Институтом переподготовки учителей профориентационная игра «Лего-карьера», которая ориентирована на именно алгоритм построения карьеры, на знакомство с профессиями. То есть игра тоже уже прижилась, и за прошлый год было проведено в школах области 68 таких игр. Также практические мероприятия – это профессиографические экскурсии, которые тоже за прошлый год было проведено 123 экскурсии на предприятия регионов, в которых приняли участие почти 3000 наших школьников. Ну и это такие вот массовые мероприятия. Это ярмарка карьеры в Казак-палаце, она уже традиционно у нас проходит осенью. Это профессии, место профессий, которое проводилось у нас в Дубовой роще, и которое больше было практикоориентированным, то есть ребята могли погрузиться в профессию, могли познакомиться с ней. То есть вот такое обогащенное информационное пространство, я думаю, что влияет на выбор профессии нашей молодежи. Щодо заходів, вони стосуються якого віку школярів? Мы ориентируемся в основном на выпускные классы, 9-11. Для того, чтобы, ну вот, допустим, наши квесты, они ориентированы на возрастную категорию с 7 класса, это с 14 лет и до 17 лет. В 7-8 классах, если нас приглашают в школы, мы приходим и помогаем проводить. А так мы ориентируем педагогических работников на проведение квестов. То есть это работа у нас уже, так сказать, отработана, потому что квесты были, ну, внедрялись еще с 2016 года. Поэтому в этом году, вернее, в прошлом году и позапрошлом году мы больше ориентированы на выпускные классы. А чи існують, можливо, поради для батьків, як не тиснути на дитину, але все ж таки допомогти їй з вибором професії майбутньої? Ну, я считаю, для того, чтобы родитель все равно будет тиснуты, как бы мы его ни учили, ну и тем более служба занятости не настолько имеет влияние на родителей для того, чтобы их отстранить от школьников. Я считаю, что для этого должна быть система работы совместной работы. И работа должна производиться людьми, заинтересованными в правильном выборе, профессиональном выборе наших школьников. То есть для этого мы проводим родительские собрания, но этого недостаточно, потому что мы знакомим, допустим, с ошибками, которые родители могут допускать в беседах по выбору профессии. Мы рассказываем, каким образом ребенок выбирает профессии, что мы можем, но этого, опять-таки, недостаточно. То есть это должны быть, я думаю, какие-то клубы, в которых будут принимать участие как школьники, так и родители, для того, чтобы информация, которая идет на, так сказать, две группы, она потом могла обсудиться на круге, и в результате этого, чтобы родители понимали, что выбор ребенка – это выбор ребенка, потому что мы знаем, сколько у нас на учете в службе занятости юристов, экономистов, на которые потрачены деньги. Вот недавно мы рассматривали такой случай. Человек зубной техник, он выучился, но он работает подсобным работником, и он не собирается работать зубным техником. Значит, что-то не получилось в этой жизни, значит, что-то не произошло. Поэтому и еще информационное пространство. То есть родители должны постоянно слышать о том, каким образом выбирается профессия, какие профессии существуют. Ну, мы, в свою очередь, конечно же, сообщаем о том, что нужно на рынке труда, потому что, как бы, составляющей, ну, такой формулой выбора профессии есть «хочу», «могу» и «нужно». И поэтому нужно обязательно учитывать, что сейчас нужно, ну и, возможно, прогнозировать, что будет нужно на потом. Очень часто же родители как рассуждают? Если я рабочий, и я работаю с утра до ночи, я ничего не имею, да, никаких благ, я, конечно же, ребенку хочу обеспечить лучшее будущее, но лучшее ли оно? И получится ли у ребенка все те замыслы, которые, так сказать, вынашивают родители? Поэтому, ну, это кропотка даже работа. Мы, например, в свою очередь разрабатываем рекомендации
рекомендации для родителей, для учителей и направляем на сайты школ. Это сайт профориентация, которая есть в школе. Ну, мы стараемся разнообразить наши рекомендации, каким образом родителям не давить на детей и каким образом организовать вот такое профориентационное пространство, там, где все-таки будет совместная работа. То есть, опять-таки, сказать «выбирай сам» – это тоже не совсем правильно, потому что родитель все равно должен отвечать за ребенка и должен, так сказать, коммуницировать с ним. Поэтому это должен быть вот такой какой-то семейный выбор и, может быть, семейное обсуждение того, что же ребенок выберет в конце концов. Я думаю, что это бы было правильно. Пани Юлия, можно я добавлю от себя? Угу. Ребенок, как правило, не знает, чего он хочет. Вот моей дочери, ну, пока еще 12 лет рано, но она говорит: «Мама, я совершенно не знаю, кем я хочу быть». И я для себя ставлю задачей дать ей как можно больше разного попробовать. Посмотри, какая профессия вот эта, а пообщайся вот с этим человеком, вот с этим человеком. Мы сейчас в Эдисон проводим один раз в месяц бесплатную лекцию, открытую совершенно для всех, и приглашаем представителей разных профессий для того, чтобы и родители могли прийти, и школьники разного возраста могли прийти и позадавать прямые вопросы. Когда я, например, была в 11 классе, и мне надо было выбирать вуз, я совершенно не знала, кем я хочу быть, и по факту получила высшее техническое образование, по которому не работала ни одного дня. И еще я хочу сказать, что, безусловно, очень здорово, когда дети уже там в 10-11 определились, и они чувствуют, что это и востребовано, и склонность у них к этому есть, и родители поговорили там с психологом, пообщались и так далее. Но бывают часто случаи, когда мы получили образование и не хотим работать по этой специальности, еще что-то. Нужно, важно еще объяснить ребенку, что пробовать разное – это нормально. И сейчас не такая жизнь, что нужно устроиться на одну работу и на ней 25 лет проработать, с нее, собственно говоря, на пенсию уйти. Ты можешь попробовать одну профессию, ты потом можешь еще пройти какие-то курсы повышения квалификации. Ты можешь вообще кардинально сменить свою деятельность, и это тоже нормально, чтобы ребенок не думал, что это фатально. Все, я стал врачом, и все. И мне не нравится, допустим, зубным техникам, но мне надо, потому что у меня диплом есть, и меня кто-то к этому обязывает. Тут, как правило, тут не надо. Видите, он же изменил свою профессию. То есть... Свободный человек. Вот прям... Здесь, наверное, задача и проблема родителей, которые потратили деньги на его обучение. Он не работал ни дня. Бывают ошибки, конечно, и лучше заранее много-много разного попробовать, чтобы максимально до минимума свести, не было ошибки выбора профессии в будущем, что все-таки это пригодилось. У нас, до речі, є з цього приводу коментар. Саме зараз послухаємо коментар засновниці альтернативної школи Світлани Горбач про те, в якому віці варто обирати професію дітям. Мені здається, що треба починати взагалі з улюблених справ якихось, з того, що я люблю дізнаватися. Я люблю малювати, я люблю конструювати. Оце перше, і це можна робити навіть з першого класу там, або взагалі з народження дитини це. Придивлятися до неї і розуміти, до чого вона більш схильна і що вона більш любить, тому що ці речі можуть не перетинатися. Вона може любити одне, а бути чистим там математиком, скажімо так. Але десь з 7-го класу вже треба так потужно придивлятися до різноманітних професій. І я порадила батькам не звужувати галузь, яку ви шукаєте. Тобто не орієнтуватися, от ми будемо бухгалтерами, або ми будемо айтішниками. Ні. Світ настільки змінюється, і за своє життя дитина і дорослі можуть змінити професію багато разів. Тому треба більше орієнтуватися на те, які вони правополушарні або лівополушарні взагалі, і вибирати якусь таку більш широку галузь. Потім вже десь там у 10, 11, 12 класах воно буде видно, тому що і навіть професій тих, про які ви зараз думаєте, не буде через 3-4 роки. Я дуже раджу батькам придивлятися, є міжнародний економічний форум в Давосі, який кожні півроку визначає десятку, мені здається, тих компетенцій, які знадобляться через 5 років. От треба орієнтуватися, що знадобиться там. Комунікативні навички, або критичне мислення, або IT-грамотність. І орієнтуватися на ті професії, там визначають професії майбутнього, які будуть через 5-10 років. Це був коментар засновниці альтернативної школи Світлани Горбач про те, в якому віці, як саме обирати дітям свою професію. Отож, на що зараз орієнтуються підлітки, які сучасні професії обирають?
Ну, служба занятости с 2010 года проводит анкетирование школьников на профессиональную направленность. И я хочу сказать, что приоритеты детей меняются. Ну, допустим, вот в 2019 году мы проводили анкетирование, в котором участвовало около 2000 девятиклассников и 2000 одиннадцатиклассников. И приняли участие в этом анкетировании 46 школ. Выбирают в основном в данный момент, в 2019 году, выбор был за IT-сферой, врачи, педагоги, журналисты, психологи, очень мы порадовались. И вот, допустим, юристы, если в 2010 году, с 2010 по 2015 год, в основном лидировали у нас юристы, юристы, экономисты, то сейчас юристы выбирают, но не настолько активно, как выбирались раньше. Это дальше выбирают веб-дизайнеров, полицейских, маркетологов, менеджеров туризму, рестораторы. С рабочих профессий лидируют это маникюрщица, парикмахер, тракторист, кухар, водитель, электрогазосварщик и автослюсарь. То есть вот это вот основные профессии, которые сейчас пользуются вниманием у дітей. Пані Юлія, ось ви теж вже працювали зі школярами. Які вони професії обирають? Я абсолютно согласна. Лідирует сфера IT довольно широка, і навіть зараз вже там з 8-9 класу йдуть і в академію ШАГ, тому подобное для того, щоб отримати. Тому що можна працювати в удаленно, можно работать фрилансером, если ты имеешь эти навыки, но в то же время прикладные такие профессии, как врач, остаются, не знаю, там языки изучают тоже люди, дети. И если мы сейчас заговорим о рабочих специальностях, и мы, когда проводим наше обучение по программе Бипрофи, профориентация для школьников, мы знакомим школьников не только с современными модными профессиями, там везем на экскурсию в IT-компанию, там где все ярко и красиво, в то же время везем и на завод, на Запорожсталь, например, для того, чтобы показать, что есть и такие профессии, и в чем их преимущество. Потому что дети, они когда глазами не увидят и не попробуют, и не поговорят с реальным, там, не знаю, газоэлектросварщиком, они могут и по-другому стереотип у них определенный, что это как-то непрестижно, грязно, там некрасиво, мало денег зарабатывать. Нет, пойду в что-нибудь красивое. Но не всем же быть айтишниками, правильно? Реакция этих детей на рабочие специальности? Была, кстати, очень они были заинтересованы. Естественно, все ходили в каски, выдали это, провели огромные печи, большое производство. Это прям, впечатляет. Впечатляет масштабом, впечатляет тем, как это все там. Я не знаю, чем закончится, кто куда поступит. Можно спросить, это дети были специализированных школ или общеобразовательных? Нет, это из общеобразовательных, совершенно разных школ. 30 школьников из всех школ нашего Запорожья. Никакой специализации. То есть не было того, что мы там математиков повезли, например, на завод. Нет, совершенно разные. Може викнути ось проблема, що якщо більшість будуть йти в гуманітарії, то робочі ось професії можуть зникнути, адже Запоріжжя – це промислове місто, треба пам'ятати про це. Ну, я не думаю, чтобы рабочие профессии исчезли, потому что все равно вот наши исследования свидетельствуют о том, что дети все равно планируют выбирать рабочие профессии. Да? И всегда мы детям рассказываем о том, что необходимо, скажем, учитывать свои интересы и свои способности для того, чтобы дальше продвигаться и дальше продолжать учебу. И если у человека низкие уровни, допустим, восприятия информации, различные, да, то есть мы же проводим тестирование детей, у нас очень хороший банк тестов, которые показывают именно блок профессий, на которые может ориентироваться ребенок. И, кстати, сейчас я хочу сказать, что у нас еще до 29 февраля очень активно и бесплатно работает наша платформа «Моя профессия» консультационная мережа, которая позволяет онлайн протестироваться, пройти тестирование и получить великолепнейшие, скажем, глубокие результаты –
именно и социальной адаптации, эмоционального интеллекта, и именно профессиональной направленности. Что касается вот рабочих профессий, да, я скажу, что ну, и наша задача вообще службы занятости, да, привлечь внимание детей к рабочим профессиям. Это наша задача номер раз. Мотивировать их на выбор рабочих профессий. Для этого, допустим, мы тоже разработали в содружестве с профессионально-техническими учебными заведениями, мы разработали квесты, только мы помогали, а преподаватели правтеха разрабатывали сценарии квестов. И задача и идея какова была? То есть пригласить школьника в училище, которое, скажем так, может быть, чувствует немного недостачу в наборе, да, детей, показать именно те профессии, только вот в интересной форме, не делать просто день открытых дверей, там, где вы просто рассказываете об учебном заведении, о профессии, которая есть, а вот детям уже поработать в этой профессии. Это было очень интересно, то есть мы работали с моторобудивником, мы работали с моторостроительным училищем, там их два работает на моторостроитель. И дети тоже, разгадывая викторины, складывая какие-то пазлы, они уже знакомились с профессиями, которые им представляли. И это тоже был именно практический опыт, то есть это не информация была, а практический опыт детей, который, ну, я так думаю, тем более школьники были общеобразовательных школ, думаю, что все-таки вот такие занятия, такие мероприятия, они будут способствовать выбору рабочих профессий. В том числе, это же вот, если Юля сказала, что не только в IT-компании, а на заводы, то мы, конечно, предлагаем детям посещать в основном рабочие, ну вот, большие производства для того, чтобы познакомиться с рабочими профессиями. Это тоже, опять-таки, задача наша первая. Профессиографичные экскурсии, в которых участвуют дети, они тоже, скажем так, способствуют, опять-таки, знакомству и, возможно, выбору в дальнейшем рабочей профессии. Поэтому я не думаю, чтобы рабочая профессия исчезла, потому что мы все-таки промышленный город, поэтому работаем в этом направлении. Пані Юлія, ось ви вже зазначили про проєкт Біпрофі. Окрім екскурсії, в якому ще форматі цей проєкт працює? І взагалі він вже ще працює, чи... Проект мы проводим на каникулах, когда школьники свободны, для выпускников 9, 10, 11 классов. Значит, проект рассчитан на несколько дней. Первый день, где группа собирается, у нас с ними работают специалисты по мотивации, по целеполаганию и тому подобное. То есть мы их мотивируем. Второй день мы ездим на разные предприятия и показываем им там работу в кафе, работу в ресторане, не знаю, на телевидение приезжаем, едем на завод, чтобы они посмотрели, как что устроено. Третий день – это у нас спид-дейтинг с представителями различных профессий. Мы их делим на маленькие группы, и они могут лично позадавать вопросы. Приглашаем и полицейских, и врачей, и хирургов, и дизайнеров, и фотографов, и столяров, и плотников. Совершенно разные тоже. Очень с интересом это все проходит. И в финальный день они уже сами там ставят себе цели, делают выводы. Мы им рассказываем еще о возможностях, куда можно пойти на стажировку, где можно еще поучиться, какие есть вообще возможности. Возможности безграничные для школьников, если ты активный и интересуешься чем-то. Сейчас проект у нас, то есть вот закончились зимние каникулы, весной у нас он будет на паузе, и после того, когда мы найдем дальнейшее финансирование, потому что мы работали по гранту, и проект был бесплатный для школьников, мы его продолжим дальше. Проект тож, замечательный. Тож стежите треба за сторінками Edison Space. На Edison Space мы будем все анонсы выкладывать, и там будет набор. Я хочу продолжить Юлю. У нас одна хвилинка. Юля говорила об экспериментальной группе. У нас для того, чтобы погрузить вот такое профориентационное пространство, есть месячник профориентации. Кстати, сейчас он начался 17 февраля по 17 марта. Уже 10-й год у нас в области вот запроваджено такой месячник профориентации, который наполнен различными формами, о которых мы сейчас говорили. То есть разнообразными формами. Поэтому я думаю, чтобы наши телезрители и радиослушатели
знали об этом, можно обратиться в центры занятости, протестироваться, узнать различную информацию, которая касается рынка труда, перспективных профессий, то есть все, что касается профориентации, это вот такое погружение вот в это время. А онлайн-тест на сайте? Да. Где узнавать обо всей этой информации? Так, можно заходить на сайт, детальную информацию. Значит, смотрите, вам надо обратиться к представителю центра занятости, мы вам присваиваем код, и вы заходите «Моя профессия», на сайт «Моя профессия», вводите свой код и тестируетесь. Единственное, ну, такое пожелание, дети не должны быть уставшими, дети должны быть, ну, скажем так, может быть, это будет выходной день, и тестирование нужно пройти. Там три блока, очень таких серьезных. Самый серьезный блок – это IQ-блок, он ограничен временем, и желательно тест пройти за один день для того, чтобы получить полный набор всех рекомендаций. Там рекомендации, скажем, очень помогут нашим родителям, да, потому что есть качество характера ребенка, может быть, о каких-то вы даже еще и не узнали у ребенка. Тож, якщо ви не знаєте, обов'язково звертайтеся до центру занятості. У нас уже, на жаль, единственное, 14 лет. Ми що, друзі, на цій ноті будемо завершувати проєкт «Радіо НН» та програму «Між нами». Про профорієнтацію школярів сьогодні говорили. З нами були начальник відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості Олена Житова та голова громадської організації «Фонд професійний розвиток Запоріжжя» та власниця «Edison Space Coworking» Юлія Шаповалова. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».